Короче, едем заново, надо. Едем с Вовой на кампинг. На кемпинг. Уже приехали, мы зарегистрировались, уже нашли свое место. Сейчас нам осталось только поставить, ну, за малым, да, дело? Поставить палатки. Да, конечно. Это вообще пятиминутное дело. А распаковать пивас. Разжечь кастрюль. Разжечь костер, да, у нас есть с собой дрова, все дела. Вот, что еще мы будем сегодня делать, не знаю даже. Короче, посмотрим. И чай. Пить будем чай. Кушать плюшки. Блядь, у нас есть сгущенка. У нас столько приборов в машине, что пиздец, когда мы на, блядь, какую-то подводную рыбалку собрались. Короче, с Вовкой в лагере. Разбили палатки. Вон наши палатки. Кипячу воду. Сейчас будем чай пить. Ну или я буду пить, не знаю, когда там Вова проснется. Он что-то спит долго. Холодно, палатка маленькая, пола нет. Спрашивал эту бабку, когда брал палатку, положила она мне пол в набор или нет. Сказала, да, положила. Короче, она положила просто эту херню, короче, которая стелется под палатку, а не сам пол. Считай, на полу, короче, спал всю ночь, только мешок был вокруг. Холодно, точнее, не холодно, дико неудобно, твердо, жесть. Очень подготовлен, он взял с собой печку, всю херню. Вот у нас печка есть на газу. Сразу там газ, все, огонь. Вот сейчас вода уже закипит, будем чай пить. Короче, идем с Вовкой на рыбалку. Взяли удочки. Сейчас поедем на лодке, наверное, поплаваем. Погода чумовая. Просто сказка, смотрите. Песня. Погода шепчет. Короче, сейчас поедем на озеро Сибага. И там будем ловить на лодку. Лодку возьмем в прокат. Будем с лодки ловить, как настоящие рыбаки. Как бы мы не настоящие, но будем имитировать. Поели. Поели гречки, просто не охеренные гречки с авокадо, со всей херней, очень вкусно. Миски помыли за собой, все. О, что-то плавает, давай ее лови. Давай на палец, знаешь, на гарпун. Острой частью, как коли. А, да, вон рыбы плавают. Короче, дислокация, опять ищем новое место. Там слишком много рыбы было. Решили там не оставаться. Сейчас поищем где чуть поменьше, чтобы было поинтереснее, как бы ловить. Не сразу она сама бросалась на крючок. Вот здесь камней. Мне нравится, что здесь камней вот тут нету. Я могу вытягивать. Давай. Давай. Все, отлично. О, ну что, рыбу сегодня жарить будем? Нам было сказать, если найдем девушку с именем Рыба, то будем. Потихонечку становится жарче и жарче. Сначала пока ничего не было. Да. Мы поняли уже. Бросали на блесну, на все, не туда. Мы тоже на нее бросаем. Проверим, что тут по рыбе. Посмотрим, какая тут у них есть, сколько ее. Главное, чтобы слишком много не было. Тут вот они что здесь взялись. Такие громадные осколки камней. Везде, тут под ногами. Вон. Короче, мы готовы заново начинать. Новое озеро, новая рыба. О, ты пакет взял для рыбы? Да. Все правильно. Пакет у нас есть, нормально. Рыбу есть куда класть. Да. До свидания. Едем дальше.
слишком здесь много рыбы. Короче, стали специально с Вовой на новое место, отвлекаем людей. А еще вот два пацана сзади стоят, тоже отвлекают. Как бы специально стали на такое место, где нет рыбы, чтобы люди не узнали там, где она есть. Вот, вот женщина уже первая попалась на эту уловку. Вот она ехала на машине, увидела 4 рыбака, думает, все, там точно клюет. Остановилась, сейчас пробует поймать, но мы ей не говорим, что здесь. Мы специально стоим, чтобы отвлекать внимание. Нормальные места им рассказывать не будут. Там, где мы сегодня наловили полный багажник. Вся рыба до сих пор в багажнике лежит, сейчас поедем жарить. Короче, мы приехали с рыбалки, наловили рыбы, аномальное количество. Вова пошел гадить в сральню. Сейчас он там управится, придет сюда, мы сделаем быстренько яичницу с беконом. Это у нас такой типа ланч, наверное, это называется ланч, то, что перед ужином. Потом еще раз пойдем порыбалим, еще немножко рыбы подловим, чтобы на ужин уже можно было как бы и соседей угощать, просто у нас уже очень много. Мало людей. Потому что сегодня воскресенье, вечер, все едут, видимо, домой, возвращаются завтра всем на работу. Но мы остаемся, сегодня будем ночевать, сегодня будет выживать, как бы соседей нет, вдруг что случится, помочь некому. Короче, блядь, рыба, оставили на завтра рыбу, рыбу завтра будем все варить, жарить. Уха на бетоне. Сегодня вот здесь будет у нас кухня. Нужно набрать немножко воды. Ловим рыбу. Только что подходил самый главный по лагерю. Говорит, нам надо уезжать по-любому завтра, потому что слишком много рыбы мы поймали. Говорит, нельзя вам оставаться. По-любому надо уезжать, выгоняет. Лагеря все свалили, мы остались одни с Вовой практически, ну не практически, а мы и еноты. Мы какой-то енот, блядь. В общем, мы приготовили пожрать на костре, потому что газ в баллоне уже закончился в Бутан. На костре вот сделали такую вот полевую кухню. Пенис. Да, ну я из банки, давай, ну клади сюда. Да. Короче, вот сейчас сели, разложились пожрать. Если честно, то немножко очково, потому что никого нету, спать ложиться. Блядь, вчера тут куча народу тусовалась, ты в палатку как себе в номер заходил в гостиницу. А сегодня животные ходят вокруг, тупо никого нету. Только дети. И какой-то ребенок плачет, мы не знаем, то ли это ребенок плачет ребенок, или это не ребенок плачет. В общем, такое. Вова сейчас пойдет купаться, посмотрим, сможет он вернуться обратно или нет.